Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня на автомобиле Nissan Murano Z51 поставим защиту картера. Приобрел вот такую защиту новую. Здесь в комплекте идет крепление болты. Защита вот такого плана. Производитель Альфека. Так, картеры КПП. Ну, в принципе, такого особо ничего знаменательного в ней нету. Подходящая цена. И что мне еще понравилось, что у ней вот здесь вот везде находятся вот такие вот резиночки. Для чего эти резиночки нужны? Где они касаются защиты, они не гремят. Устанавливаем. Вот такое вот крепление. Сейчас разберемся, как его. Какие длинные болты. А, это, видать, передние, да? Длинные передние. Короткие, наверное, задние. Как бы проставки. Ну что, берем, устанавливаем. А, вот разметил отверстие. Сейчас мы перевым сверлом на 25 просверлим. Пластик очень какой-то такой и жесткий, и хрупкий в то же время. Ну вот, высверлили. Нужно еще вот здесь уголок чуть побольше выбрать. Это уже дорежем ножом. Почему диаметр такой большой? Здесь вот такая вот втулка идет дистанционная, чтоб она вошла. Немножко с размещением не угадал. Нормально встает. Вставляем ее. Теперь изнутри подставляем вот эту гайку, которая подлиннее. Ставим ее крючком вниз и вперед. До радиатора она там не достает. Она получается на этой балке ложится. Наживляем болт. Это сзаду вот отсюда подлазим. Если он болт видно, да, видно, вот он болт, на него наживляем. Вторую сторону я сделал, вот если вам видно, вот он болт, также это втулка, и задние находятся
Вот они, болты. Они, получается, возле переднего сайдинблока. Один и второй. Гайка подкладывается отсюда. И он просто наживляется. Чем хорошо на этой защите, не надо, получается, снимать полностью болты. Достаточно их ослабить на защите пропилы, и мы все это стягиваем. Сейчас наживляю гайку и покажу, как защита ставится. Пропилы, которые я говорю, они с обоих сторон спереди и они с обоих сторон сзади, поэтому защита получается просто натягивается на болты. Вот таким образом получается она оделась и спереди, и сзади. Здесь остается, сейчас мы ее подтянем, воздухозаборник для охлаждения коробки остается нормально открытым. Сейчас подтянем, покажу. Сзади тоже, видите, оно село. И здесь оно, здесь оно тоже село, но шайба под ней оказалась. Сейчас переключу шайбу, переставлю. Поэтому вот так вот удобно. Затягиваем. Головка здесь на 17, что спереди, что сзади. Все болты подтянул. Да, безобразие, здесь затягивать их не надо. Главное, чтобы они не болтались. Вот воздухозаборник, как я и говорил, остается нормально. Резинки, которые стоят, не дают резонировать в защите. Все стоит плотненько, прижимается. Также и сзади. Вот они. Вот такие дела. Ну все. Защиту мы установили. Вот так она смотрится снизу. Всего вам доброго.